Анюта, дорогая, вот от всего сердца хочу тебе сказать слова благодарности и какого-то, знаешь, вот внутреннего чувства любви. Во-первых, спасибо тебе за то, что я набралась смелости и делаю это видео. Вот твоя сила слова, она на самом деле такая глубокая. Даже вот когда просто разговариваешь, ты даешь какую-то глубинную внутреннюю силу человеку сделать это. У меня никак не получалось сделать видеоотзыв, и вот сейчас я в этом процессе. Спасибо тебе уже за это огромное. А вообще, конечно, благодарность за те диагностики и сессии, которые ты для меня провела. Я как сейчас помню нашу первую диагностику, когда вообще совершенно не зная меня, ты показала мне ту глубину отношений с мамой моего мужа, на которую я, ну, вообще не способна была увидеть, да, и внутри вот на самом деле появилось тепло и спокойствие от того, что для меня просто прояснилась ситуация, и все мои какие-то вот претензии, они просто нейтрализовались, они просто улетучились, их просто не стало вот из-за этого понимания. И я хочу сказать, что ты на самом деле мастер очень глубокой проработки, глубокой трансформации. Даже в диагностиках ты совершаешь, ну, какое-то волшебство, не говоря уже про сессии полноценные, которые ты проводишь. Вот ты мастер точечного видения, плюс к этому у тебя есть, как я уже говорила, вот эта вот сила трансформации, сила слова. Ты когда говоришь, оно как будто выстраивается и сразу преобразовывает действительность. Ну, принято называть это выравниванием, но это не просто выравнивает, это просто вот какое-то изменение жизни, да, и оно происходит сразу уже во время процесса. Поэтому, ну, на самом деле у меня нет вот таких слов, которые бы хотелось тебе сказать. Вот чувства, эмоции, они вот там внутри как-то клокочут. Ну, чувство благодарности, да, вот просто хочется говорить спасибо, спасибо, спасибо. Ты на самом деле мастер, спасибо, спасибо. Ты на самом деле мастер великолепный, целитель великолепный. И я все-таки уже немного знаю тебя ближе, к счастью, да. Хоть я и говорю отзыв о наших первых с тобой диагностиках, когда мы еще не знали друг друга. Сейчас я уже знаю тебя как человека, как личность. Ну, ты великолепная женщина, ты душа, ты личность глобальная. Я просто рада тому, что мы встретились в этой жизни. И вот для меня ты такой молодой, красивый, успешный, сильный, мощный целитель-наставник. Спасибо тебе большое за то, что ты есть.